17 сентября 2024 год. Я Вадим Гончарук. И сегодня рабочее объединение межрегиональных штабов провели очередную серию одиночных пикетов в рамках закона, конечно. Серию одиночных пикетов в поддержку курса главы государства Владимира Путина на суверенитет Отечества. Вот. Сегодня одиночные пикеты проходили у Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции. Также сегодня одиночный пикет был возле Останкино, телецентра Останкино. Это просто там вот такое, знаете, вот гнездо осиное, вот это империя лжи и обмана. Вот это средство массовой информации в Останкино, ну и в других местах также. Вот. Также сегодня на Никольской вот Альберт стоял. Я тоже вот только оттуда пришел, но пока я не видел вот этих вот девиц в полуголом виде, танцующих вот эти сатанинские непристойные танцы. Будем надеяться, что они не появятся больше после того, как они, значит, возле православного храма начали вот это вытанцовку под колокольный звон. Понимаете, это вот вторые Пусси Райт или кто это? Это вообще надо на корню это все пресекать. Почему вообще такое возможно? Значит, ну, понятно, что мы стоим, боремся за суверенитет. Пока его нету, очень много агентов во власти. 80 тысяч человек, по словам Нарышкина, глава СВР. Конечно, они вот это все вот продвигают, проталкивают, крышуют, лоббируют. И всячески, конечно, мешают нам, всячески мешают. Но это мы понимаем прекрасно, поэтому мы здесь на улицах, мы стоим на этом информационно-идеологическом фронте, посту, и доносим вот эту информацию до граждан, которых здесь, в центре Москвы, очень много. Вот. Требования, наши требования, друзья. Это, конечно же, чрезвычайное полномочие главе государства Владимиру Путину, чрезвычайное полномочие органов власти для того, чтобы изменить вот эту колониальную систему, которая с 93 года, когда была принята эта колониальная конституция, действует до сих пор. 1 июля 2020 года было всеобщее голосование, всенародное, референдум, но там изменялись только технические главы. С третью по восьмую. Многие просто говорят, что вот, мол, там уже все изменили, там типа ничего не надо менять. Но это специально вот это мнение вот это вкидывают ЦРУшники, чтобы как бы народ успокоился, ну, коль там изменили, значит, все нормально. Ненормально, ненормально. Конституция колониальная, ее надо изменять на суверенную, народную, справедливую, чтобы народ был собственником земли, недр, природных ресурсов. Вот. Как об этом вообще молчание в средствах массовой информации везде. Это вот только мы говорим об этом. Поэтому вот Кощеева игла именно скрывается в конституции колониальной. Об этом говорит Александр Иванович Бастрыкин, глава Следственного комитета, вообще-то самый главный правоприменитель в стране. Он говорит про 15-ю статью, часть 4, это приоритет международного права над законами России. Он говорит, в Конституции правовая диверсия. Ну, говорит, ну напортачили мы там, ну давайте исправим, говорит Бастрыкин. Говорит, надо прописать государственную идеологию. Почему вот такой разврат везде, вот эти вот редактора, главные вот эти полицаи нашего времени, они, значит, сами формируют там повестку, ну понятно, там из Вашингтона им спускают. Что там показывать, а чего нет, как развращать молодежь. Ну нет, нету государственной идеологии, значит, мы не можем ставить свои цели, куда вообще мы идем, и кто мы такие, и куда мы идем. Это запрещено по закону. Поэтому вот об этом, это главное, это сегодня главное. Об этом говорит Бастрыкин, об этом говорит Владимир Путин, что битва идет за суверенитет, за справедливость. Раз идет битва за это, значит, этого сейчас нету. Мы боремся за это, мы бьемся за это. Каждый день выходим сюда на улицу, чтобы вернуть суверенитет, который был утерян в 91 году. По итогам проигрыша в холодной войне, благодаря вот этому предателю всех времен и народов,
Горбачеву, вот этому Мишке Меченому. Но пора проснуться от этого летаргического сна, снять пелену с глаз и увидеть, что страна не суверенна, и сделать то, что говорит НОД. А НОД говорит, что надо делать для того, чтобы ты жил счастливо, мирно и в счастливой и справедливой стране. Говорит НОД, что делать. Ну, надо только сделать. Ну, потому что гибнут люди, гибнут наши ребята, Курская область. Значит, расстреливают наших граждан, вешают детей. Это же фашисты, это нацисты, фашисты. Это вот этот враги. Это вообще их людьми нельзя назвать. Это, кто они такие вообще? Кто они такие? Это не люди. Какие-то рептилоиды там или кто они там. Поэтому мы здесь, мы боремся, мы пойдем до конца и победим. Враг США! Украина – жертва! Путин – армия, народ! Вот рецепт победы НОД! Путин – армия, народ! Святая Троица – вперед! Путин – армия, народ! Супостата гибель ждет! Родина – свобода! Путин – ура! 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 Да здравствует великая Россия! За Россию! За победу! Ура! Ура! Так тому и быть.